Здорово! Подписывайся на любимых героев в Инстаграм. Ссылки в описании. Короче, ребят, этот выпуск начинается так, что я еще ничего не успел сказать, а сундук там уже кричит, по-моему, знаем, что случилось. Давай, посмотри, его... Ты посмотри, сколько у меня здесь. Ветер, блядь, ветер, неси это все говно из моего дома. Почему смеешься, блядь? Это что такое, сундук? Это мне счета пришли за коммуналку, посмотри. За все, блядь, пришло, и за свет, и за отопление, блядь. Твой рот ебал, и за газ. Да, сундук, что, серьезно, так много? Конечно, много. 10 лет. Ебаный почтальон трамбовал. Утром просыпаюсь от взрыва. Смотри мне. Ящик почтовый разорвало, блядь. Смотри, сколько счетов. 10 лет, блядь, он мне трамбовал туда. Сундук, ты что, серьезно, 10 лет не платил? Ты что, ебанутый? Че? Вообще никогда в жизни не платил, блядь. Вообще никогда в жизни не платил. Сундук, подожди, ну а как вот, допустим, за отопление зимой ты тоже не платишь? Че, блядь? Не, ты сейчас в куртке. И че, сундук, а дома зимой холодно? Я говорю, в куртке, блядь! Куртка какая? Куртка какая у меня? Ну, зимняя. Ну вот и все, блядь, закрой свой хуеречник. Че еще? Ну хуеречник, вот, блядь, смотри. Вот есть скворечник, туда залетают... Скворцы. А у тебя хуеречник, туда залетают... Понял, сундук, все, понял. А у тебя тогда пивречник. Шучу, блядь. Ты, блядь, охуел, пиздюк, блядь, чё? Из дома, блядь, домой ко мне бежит, охуевший, блядь. И вот так вот, еще поправим этот, и все, заебись. Так, стой. Ну, помогай, блядь, упадет нахуй сейчас все. О, вот так вот. Сундук, это зачем? Нихуя себе! Это оборонительное, блядь! Сейчас ко мне коллектор, вот эти, блядь, судебные приставы обещали прийти! Вот за эту всю, блядь, волосню, за эту, блядь, неуплату! Имущество отнять! А тут холод! Видишь, блядь, оборонитель! Сейчас мы еще колючую проволоку натянем, хуй пройду! Блядь, зима в этом году ебанутая, блядь! Снег, скользко, дождь, блядь! Сундук, мне скажи, откуда они у тебя вообще? Нихуя себе! Фикс-прайсе, блядь, что только не найдешь! Давай, натягивай от колючую проволоку, давай! Давай! Блядь! Аккуратно только, москвич. А чё? Аккуратно, пальцы не уколи. А то потом как дергать будешь? Я не дергаю. Ну, в смысле, другим. Вот. Блядь, вот так вот оставь. Идею пиздатую придумал. Смотри, ага. Сейчас берем. Вот так вот. Провода натягиваем сюда, да? Ага. Электричество подключаю к ним. Так. В розетку ебашу, они будут идти их током пизданет. Они хуй пройдут ко мне, хуй. Ага. Сундук. А откуда у тебя электричество? Ты же за него не платишь, а они тебя все отключили. Сука! Блядь, ты посмотри, как все заранее они продумали, а, блядь? Ты посмотри, блядь. Ладно, обороняться будем, пойдем. Аккуратнее, проволоку. Давай, в засаду вставай. Шампур? Шампур? Шампур, ты что, блядь, как это ебаным пользоваться, блядь? Ты из лук, что ли, собрал стрелять? Ну, конечно, я, блядь, белке в глаз попадаю. Со скольки метров? Со скольки метров? Какая хуй разница, со скольки метров? Ну, с двух, допустим, и чё? Скорее, блядь, со скольки метров. Всё, сиди в засаде. А вон кто-то идёт! Кабана подстрелил. Вот ты скажи, Сундуков, ты идиот, а? Чё? Ну ты идиот или нет? Это хорошо, я ловкий и прыткий, потому что я в армии 3 года служил и увернулся. Где ты служил? В армии. У полковника Сандерса ты 3 года служил. Ну сейчас дам, у полковника Сандерс. На, давай, вынимай ее отсюда. Оставь вот так, как на сковородке будешь мясо жарить. Ай, блядь, заебал. Дай сюда, а, придурок. Теперь из-за тебя вот тут это... Дует немножко. У тебя вместо кокарды теперь будет дырка такая. У тебя вместо башки дырка. Ты видишь, кого я тебя привел? Кого? Судебный пристав. Я вот тебе помог там, за тебя впрекся, но из-за того, что ты тут чудишь, я тебе не буду помогать. Пусть тебя там все забирает вообще в доме. Ой, как будто у меня, блядь, там много чего забирает. На, подержи, заебал. У вас задолженность на 843 тысячи рублей. На эту сумму мы у вас сейчас изымем имущество. На 843 тысячи рублей? Это мне, блядь, сколько еще докупать придется, ебать, на эту сумму? Ну мы тогда сейчас все самое ценное заберем. Похуй, пойдем, самое ценное отдам.
На, блядь. Иди давай. Ой, блядь. Так, самое ценное, блядь, самое ценное. Какая, говоришь, там сумма? 843 тысячи рублей. Вот, значит, это 800 тысяч стоит. И на 43, вот, пиздатая вешалка, она 50 тысяч стоит. Сразу еще 7 мне. Че ты, короче, какие 7 тебе? Ты че, выйдет сюда же не работает? Конечно, блядь, не работает, они пидорасы мне, блядь, свет отключили. Я заебался просто вот в белый экран смотреть, блядь, новости представлять. Чтоб ты привел меня по моим представлениям сейчас, президент Жириновский. А Путин? Путин-то понятно, блядь, просто они сейчас там вдвоем. Жириновский помогает ему. В Кремле? Нет, там у себя где-то на цокольном этаже сидит. Ну чем он помогает-то? Ну чем помогает? Ну, блядь, Жириновский, что не знаешь, ну анекдот, может, расскажешь, может, песню споет, на дневник сфоткается, блядь. Ну, блядь, что ты городишь вообще? Помогает, блядь! Что ты несешь опять? Начальник. Пойдем, отойдем. Слушай, блядь, ну заебал. Подыграй мне, дай сейчас что-нибудь вынесу. А ты скажешь, ебать, это ценное. Они заберут и отъебутся от меня. Подыграй, пожалуйста. Ты ж мой, это, жирный друг. Давай просто друг. Ну хуй с ним, давай, просто друг. Ну пойдем, пойдем. Только нормально что-нибудь вынесу. Никакой телевизор не работающий. Сейчас пизда ты что-нибудь вынесу. Давай. Все, сейчас решим, он принесет сейчас. Вот, вот пизда ты, наконец-то, сучка, попалась в клей, мышь. Чего смотрите, блядь, ценно, на это она в Том и Джерри снималась. Ну вот знаешь, ну вот прям хочется. Хочется тебе помочь. Ну ты вот прям дебил, ну вот прям конченый, вот кто самый здесь есть, вот в округе. Вот ну я пизду, тебе хуй у меня, чё отнимется, давай, иди, блядь. Чё отнимется, сейчас пальто, блядь. Всё, заберём, давай. Сейчас ёбну, сейчас все заберем. Поебал, клеем, блядь, приклеится, хуй у меня чё заберёте, блядь. Всё заберём. Идите, он там мох, блядь, нахуй, с пельменей прошлогодних, его заберите. Поехали, блядь. Хуеление, блядь. Поехали, блядь, с вами Том и Джерри со всеми. Да вы нахуй отделение, блядь, я клею по башке. Тихо, братва, не вырубайте видос. А я думаю, блядь, ночь уже наступила. И если понравилось это видео, обязательно нажимай палец вверх, пиши комментарий. Там типа все супер гуд, все окей, все заебись, все понравилось. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы, братва. Ну и подписывайтесь на этот канал, а то вы видосы смотрите, а на канал не подписаны. Это не дело! Вот наши инстаграмы. Переходите туда. Вот москвич Чичерич, вот начальник Чичеряльник. И вот мой инстаграм. Туда обязательно приходите. Там такой кайф, там такие видосики прикольные, которые вы не найдете нигде. Там эксклюзивчик. Ой, вот телеграм-канал мой, вот он. Там вообще круто. Там я напрямую с подписотой общаюсь, говорю, пацаны, как дела? Они говорят, вот нормально у нас дела. Мы там, я пивище пью, говорю, будьте со мной, будьте вот онлайн там. Там, короче, прикольно. Прямое общение с подписчиками. В розыгрыше, который мы устраивали в конце прошлого выпуска, побеждает вот этот комментарий. Ему и отправляется от нас подгон любым удобным способом. Так. Что скажешь, да? И новая движуха для наших подписчиков. Пожалуйста, напишите в комментарии список вещей Сундука, которые он должен отдать приставам, чтобы погасить долг на 843 тысячи. Прямо вот списком пиши, что у тебя там есть. Бочка есть. Бочка вот, бочка вот, вешалка, что-то. Вот прям напишите. Сейчас, блядь, все расскажу, чтобы у меня забрали. И самый крутой список мы выберем и подгоним от нас трешечку любым удобным способом. Так что все в комментарии. И, ребят, конечно же, не забывайте, что у нас есть свой YouTube-канал «Рыболовные люди, у которых клюет», где мы с пацанами ездим на рыбалку, на природу, ловим шикарную рыбу, приятно проводим время. Максим Константинович нам готовит вкуснейшую еду. Там меня уже прям, ну, вообще обучили, я уже щуку почти из лунки достаю, почти. Немножечко не хватает. Ну, короче, приходите, заваривайте чаечек, пивко, там и смотрите наши прикольные, крутые видосы с рыбалки. Все туда, люди, у которых клюет. Я бы, конечно, зимой, блядь, шапку. Чего горует вообще, не понимаю. Я пошел. Ты пошел. Завтра придут. Нахуй. Ты провалишься, блядь, кратер. Вот такой будет по дороге. Люди как будут ездить.